Всем привет, это канал Железные Кони Латгалии. И наконец-то у нас стабилизировалась погодка немножко. И сегодня я сажу картошку. Первую сажалку я уже высадил. Идет хорошо. Я культивировал, сушил. Вот. Ну что, сейчас вторую сажалку поедем вместе с вами садить. Вперед. Ну вот такая у меня сажалка, антиквариатная. Вроде, когда я ее покупал из металлолома, мне сказали, что это переделано с советской двухрядной. Ой, на 4 борозды, переделано на 2. Честно сказать, я не знаю. Главное, что она свою функцию выполняет, садит. Довольно-таки неплохо садит. Меня устраивает. Тем более для моих огородов небольших. Ой, Т-40 этот пригодился. Сажал тут тебя. Привод у нее от колес сделаны. Немножко подгнившая такая. Борозды делает она невысокие, невысоко закрывает. Я даже после нее не борную картошку. Вот элементарно, вот тут уже посажена картошка, такие невысокие борозды. А вот там вот окучником нагнанные. Ну что, едем сеем.
меня случилась беда. Лопнуло колесо. Будем делать. Ну вот, как всегда, старичок нас выручает. Наш старичок. Вот мы перецепились за старичка. Можно сказать, за дедушку, блин. Вот сейчас будем продолжать садить. А там лопнуло колесо тому. Второе. Первое, где мы чинили в начале весны. Сейчас второе лопнуло. Ну, будет для дальнейшего видео, как его, как чиним второе колесо. Ну что, а мы досеиваемся. Ну вот, очередная победа. Ура! Я наконец-то посадил картошку. Вот. Помог нам закончить вот этот старичок. Вот. Борозды невысокие, это хорошо. Можно будет окучивать почаще. Травой не зарастет. Вот. Ну вот как-то так. Посадил я наконец-то картошку. Сегодня 30 мая. 30 мая мы посадили картошку. Ну, соответственно, с вами будем потом смотреть, какой у нас будет урожай. Вот. Так что всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Кто не подписан, подписывайтесь. Всем добра и счастья.